больше не буду работать. Я уезжаю. Куда ты уезжаешь? В Италию. Какая Италия, малый? На, держи. Все же, я же сказал, я не могу. Хули так базаришь? Говорят, ты здесь запел в церковном хоре. Это правда? Страстная седмица – эта неделя раскрывает повествование о страданиях Христа. На Страстной неделе Он оживал и расцветал, потому что понимал – близится освобождение. Не хотите жить нормально, цыплята? В яму! Христос, когда в пустыне был 40 дней, когда боролся с грехом, лукавый его искушал. Знаешь, я хотел тебе сказать, что ты мне нравишься. Уходи. Бороться надо с грехом, наверное, бороться. Ты что думаешь, билет купил, все в сказку попал? Дай бог ты. Уйди вообще. Что с тобой происходит? Ион, кто это? Все нормально. Ион! Ты понимаешь вообще, нет, что ты натворил? Слабый.